господа, с вами Денис Гик и клуб Arduino. И сегодня у меня на обзоре вот такая вот отличная штуковина. Это Development Kit под названием M5 Stack. Я специально выбрал вот эту вот штуку на обзор и заказал, потому что это новинка на рынке, и сейчас очень мало информации по ней, и, собственно, мы с ней и будем разбираться. Это и вызвало у меня интерес. Итак, упаковали его мне прям шикарно. То есть, во-первых, он идет в защищенном пластиковом боксе, что не может не радовать. Плюс был в пакете с пупыркой, плюс дополнительно еще был в коробке. То есть уровень уже такой от тройного проникновения. Значит, давайте же рассмотрим непосредственно саму комплектацию данного кита. Кстати, данное устройство позиционируется на рынке как именно простое устройство для создания каких-либо проектов, то есть без лишних заморочек. И включает в себя, мы сейчас подробнее разберем, откроем эту крышку, то есть все раскрутим, посмотрим. И включает в себя очень интересные дополнительные модули и платы расширения. Значит, у меня идет простенькая версия самого набора. И нижняя плата, которая вот таким вот образом выдвигается, достается. Нижняя плата расширения на определенные контактные площадки. Все отлично подписано, то есть качество просто супер. Это мы продолжим. То есть это, в принципе, один сборный блок. И вот сюда вот подключаются разнообразные дополнения и шилды. Также вы можете подключать их на цифровые пины, цифровые аналоговые пины. То есть, ну, по манере общения с ESP, теми же 8266, вы уже знаете, как это делается, конечно. Значит, дальше комплектация. То есть набор проводков, собственно, для подключения. И кабель. То есть кабель короткий, я бы сделал длиннее, но для прошивки этого кабеля вполне достаточно. То есть, и, кстати, увидите, необычный разъем Type-C. Мне, ну, у меня двоякое ощущение, то есть мне и нравится, и необычно, потому что если вдруг где-то я его прогребу, то потом найти такой же Type-C будет проблематично. Какие-то наклейки, почему, мне это, для меня это осталось, кстати, загадкой. Нумерация по восьмерку, девятки нет, и три пустых наклеечки, то есть тоже загадка, но вот это вот мне всегда нравится, когда все сделано классно, и вот фирменные наклеечки, то есть куда-то их можно приклеить тоже. Ну, просто дополнительные бумажки меня всегда радовали, как и в Arduino, так и здесь. То есть инструкция Quick Start Guide, я по нему уже начал разбираться более-менее, и здесь тоже есть полная инструкция, но я упрощенно, скажем так, добавлю и вариант уже с добавленными библиотеками Arduino IDE для версии 1.8.5, потому что я пытался вначале вот по вот этим вот инструкциям добавить библиотеки, но там столько плясок с бубнами, потому что Arduino среда пока не поддерживает официально вот это вот устройство для обновления через официальные сервера, то есть M5 стака. Но я думаю, это все будет. Пока сейчас удобнее сделать, то есть уже скачать готовую среду Arduino с добавленными с кучей библиотек, причем там дополнительно очень много всего полезного. Ссылочки, кстати, будут в описании. И на это устройство, кстати, ссылочки тоже предоставлю в описании. Так, давайте разберем же само устройство. Кстати, я его уже прошил. Тут можно там различные тестовые скетчи заливать. Там уже есть определенная база, но к этому мы доберемся чуть позже. Меня интересует больше вот следующий вопрос. Немножечко описание внешнего вида и кнопок. То есть у нас есть одна кнопка, которая отвечает за reset и питание. Разъем Type-C. Это у нас, насколько я понял, дополнительное подключение периферии и, возможно, даже аккумулятора. Странные какие-то значки немного, ну ладно. Подключение SD-карты, microSD-карты, соответственно. И вот здесь вот, кстати, встроен динамик на этой стороне. И маркировка у нас M5. Также у нас здесь есть Bluetooth, понятное дело, и Wi-Fi. Значит, нижний шилд мы отстегиваем. И у меня сейчас вопрос есть. Вот смотрите, я включил его. Я отстегиваю шилд. И у меня потухло все. Значит, у нас в этом шилде, помимо того, что здесь есть специальный разъем, вот это вот для подключения аккумулятора, то есть сама флешка, периферия, 3D, кстати, антенна Wi-Fi, как обозначено, модулем у нас служит здесь чип ESP32, тоже, смотрите, как все классно, расписаны прям все пины и сама маркировка на чипе, то есть все просто, наклейка есть, все просто супер. Стабилизаторы натыканы, значит, с питалового
Это у нас кнопка выходит. Ну, все в принципе очень компактно и очень классно сделано. То есть, значит, меня больше интересует вот эта вот сейчас часть. Плата разводки с выводом контактов и блоками. И, значит, у нас здесь какие-то аккумуляторы. То есть, может быть, ионисторы, может быть, маленькие какие-то батарейки. То есть, вот это магниты у нас, которые притягивают, кстати, к корпусу. Но что у нас здесь держит питание, мне пока непонятно до конца. Давайте раскрутим и просто глянем. Магниты, скорее всего, блин, повыпадают. Сейчас у меня тянет отвертку даже. Но... Блин, вот Shield. Кстати, таких вот шилдов очень много там у них. Даже Shield Watch, Shield GSM, GPS, чего там только нет. Shield, по-моему, температуры, влажности, что-то там еще. То есть все это я сейчас покажу на картинке тоже дополнительно, пока выкручиваю болты, винты, саморезы. Вот, давайте. Хобана. Ой, красота, прямо смотрите, действительно маленький доп аккумулятор сразу в шилде, то есть это приятно. Пайка, кстати, пайка, я бы сказал, на 4 с плюсом, но мне даже так, наверное, больше нравится, потому что больше олова, больше надежности, то есть в принципе хорошо напаяно, выгнуто все, то есть замечаний особо нет, все блестит, вымыто, нет соплей, и установлен аккумулятор, емкости пока непонятны мне. Но, вот, кстати, для подключения периферии можно использовать как штыки, так и, ну, то есть разъемы папа, так и мама. То есть все здесь продумано. Значит, мы возвращаем обратно, как все и было. Так, все, я закрутил. И теперь давайте перейдем непосредственно к среде программирования. Я сейчас покажу, собственно, как же как же начать работать с данным устройством. Ссылочки, кстати, на официальное сообщество ВКонтакте M5 Stack будут под видео. Также ссылочки будут на все материалы для работы с этим устройством. И плюс ссылочки на продавца и на магазин. Ну что ж, перейдем дальше. Итак, для начала работы подключаем наше устройство к ПК. И переходим по ссылочкам ниже для скачивания программы и драйвера. Я дам ссылки и на официальный сайт, и у меня они будут на Google диске сразу уже в вот таком вот архиве. То есть вот эти вот две программки, один драйвер и Arduino ESP32 IDE, уже заточенная под платы M5 Stack, ESP32 и так далее. То есть там много полезных плат уже добавлено, не нужно никаких плясок с бубнами, чтобы добавить их в среду разработки Arduino IDE. Значит, скачиваем International, можем брать здесь, и драйвер, конечно же. Я беру под Windows драйвер, также поддерживает Mac и Linux, то есть в принципе мультиплатформенно. Значит, после подключения устанавливаем драйвер, заходим в папочку, разархивируем, выбираем свою операционную систему 86 или 64, у меня 64, я кликаю дважды, welcome to install driver, next, принимаю, next, Silicon Laboratories драйвер установлен, и на определенном порте уже висит галочка зеленая, окей. Теперь я открываю диспетчер устройств и смотрю, на компорте у меня на 9 висит мое устройство, уже подключенное и готовое к работе. Если у вас здесь какие-либо другие знаки, значит, устанавливайте драйвер, и будет вам счастье. Теперь переходим непосредственно к работе. Значит, открываем папку Arduino IDE, которую скачали, и запускаем Arduino EXE. После того, как наша среда Arduino запустилась, мы можем выбрать нужный нам скетч. Значит, для начала я бы рекомендовал выбрать плату и посмотреть, что же у нас здесь за список плат. Вот давайте посмотрим ESP32, SparkFun, под именно 32-ю версию. Здесь куча различных плат, уже все интегрировано, и, как я уже говорил, не нужно плясать с бубном. Значит, выбираем M5 Stack Core ESP32, ждем, пока оно подконнектится, об этих ошибках не заморачиваемся. Теперь в принципе здесь настройки уже все автоматом выставлены, то есть скорость максимальная, вам нужно только выбрать компорт. Компорт у меня уже выбран автоматом 9, так как у меня нет других подключенных устройств, мне даже вариантов не предлагают других.
Итак, после всех проделанных манипуляций, давайте перейдем к непосредственно скетчам-примерам, которых здесь, в принципе, немало, даже с учетом того, что платформа относительно новая. Мы должны найти вкладочку M5 Stack в выпадающем окне примеры. Значит, есть базовые примеры, Blink, куча примеров с использованием этого же дисплея. То есть их просто немерено, начиная от тестовых, заканчивая там всякими часами, какими-то шкалами измерений, даже пинг-понгом. Мультистак Wi-Fi сеттинг, базовые тоже дисплей Hello. Давайте загрузим для начала, для проверки, пример Hello. И, наверное, один из базовых тестов. Вот тут у меня открылся. И давайте проверим, поддерживает ли данный дисплей кириллицу, но мне кажется, он не будет поддерживать. Поэтому открываем примеры со скетчами M5 Stack Basic Hello. Вот он у меня уже открыт. И здесь написано Hello World. Я напишу Hello Club, клуб нижними подчеркивания, и на английском Arduino. И ну, это для теста специально. И давайте загрузим его в нашу плату и посмотрим. Из-за количества подключенных библиотек подключенных плат, компиляция происходит не слишком быстро, но в целом она происходит и все нормально. Давайте же подключим. Так, hello, черточки, непонятные иероглифы Arduino. Ну, соответственно, плата не поддерживает кириллицу, но я думаю, это можно исправить будет в дальнейшем написанием своих библиотек, либо же использованием сторонних под ESP32. Итак, господа, я представлю еще несколько проверочных тестовых скетчей чисто для демонстрации возможностей данного устройства. Итак, моя рецензия относительно данного устройства под названием M5 Stack. Это такой универсальный набор в очень компактных габаритах для создания простых и не очень простых, уже и сложных проектов на базе ESP32, который поддерживает модульное подключение. Это отличный комплект, набор, отличное устройство для разработки собственных проектов без лишних плясок с бубнами. Но, конечно же, вы сами понимаете, за удобство приходится платить, потому устройство не настолько дешевое, как обычные платы для самостоятельной сборки. В общем, всем спасибо за внимание. С вами был Денис Гик. Огромной вам удачи. Пока-пока. Ссылочки все будут под видео в описании. Господа, а у меня на канале все больше появляется различных технических материалов, обзоров и статей. Если ты технарь, подпишись на мой канал и не забудь включить уведомления. Спасибо за внимание, пока.